кофе принесли. Надо что-то подсыпать по-любому ему, пока его нету, чтобы его перло получше. Массы у него не хватает немножко. Ничего, со временем все вырастет. Вроде все делает, только питается неправильно. Да ладно, что поменяется. С работой не так просто все это. Но это как все говорят. Кому надо, тот будет есть. Ну что ты, эти люди? Здорово. Здорово. Как дела? Да, нормально все. Кофе только принесли. Это хорошо. Мне сейчас жену надо будет завести домой. Ты поедешь? Ой, прокунулся сейчас. Она Меркадоном мыла, завтра день рождения, торта купит. О, завтра празднуем. Завтра празднуем. Завтра бицухой попразднуем. Да. Сделаем фейерверк из бицух. Пусть они лопнут у нас. Это что такое ты пьешь? Ейня. Мощная штука, кстати, на массу. Так и на массу и пьем. Конечно. Все правильно. Давай. Вот где работать надо. Вот. Вот где масса-то растет. Вот она пошла уже. Опа. Из-за щеки пошла, сука. Во, все правильно. Вот. Вот с этого все и начинается. А то многие думают, что покачаются и будут расти. Ага. Вот что надо. Вот что надо. Во. Опа. А мне... А я только пожрал нормально. Ну чё, народ? Ретренинг впереди, бля. Кстати, эта штука, это не только предтреник, это еще и жиросжигатель. Он вообще, во-первых, жиросжигатель, а потом предтреник. Так что ты будешь дрыщом. А хули ты меня тогда худого, бля, поешь? Да, жир нам не нужен. Кстати, есть дрыщи жирные, им тоже надо жиросжигатель. Жир не нужен. Вот. О. Я страничку в Фейсбуке сделал. А чё, стой? Нет, сделал типа спортсмен Жора XXL. А. Подписывайся. А, у тебя, у тебя была Жора ССС, да? Русская была, да, сделал нормальную, и там неправильно все сделано, вот и получше. А. Посмотри сразу. Так ты мог в старой, бля, поменять. Нет, там нельзя уже менять. Там что-то какого-то количества людей нельзя менять. О, да? Да я сделал свежак, чтобы нормальные люди там были, которые, которым интересно. А то приглашал всех подряд в группы, и там из 800 человек только 2-3 просмотра. Не интересно никого. Дай. Ну вот, отправить что-то. Все подписываемся вот на эту штуку. Ни хрена не видно. Короче, страничка в Фейсбуке. Ссылка вот там. Там ссылка. Снизу, в описании. А я сегодня пришел домой с утра, смонтировал видео, пожрал 4 раза. Каждые 2-3 часа ел. Куда она тебя фабрика перерабатывает еще? Я строитель, я же говорю, я грузчик. Грузчик и строитель. Где ты ж, сука, был, когда я тебя мешки звал таскать? Мешки — это не то. Я грузчик белков и углеводов. Ну че, где там мои? А строитель мышц, так что. Вот так вот. А не мешков и стенок там. Блоки. Мокрые штуки. Далее, блядь, растет, сука. Я прям чувствую, как волосы растут. У меня на яйцах больше растут, чем на башке. Пиздит, ну. Такую-то уставляю, блядь, туда. Выставлю, кстати, все, нахуй. Все, блядь, выставлю, нахуй. Не смешно. Сегодня меня спрашивали, ты бросишь курить или нет? А, да?
Каждый день, блядь, спрашивают почти. Что сказать? Я сказал нет. Я сказал, блядь, смотрите, что можно, блядь, курить и заниматься, пердеть и расти, нахуй. Да. Так что ничего не мешает залу. И в мою сторону пердеть, блядь, нормальный ход. Пердеть не мешает точно. Мне, чтобы в другую сторону переданул, блядь. Я думал, вдруг тебя снесет, заебался. Че? Ютуб-то называется канал Жора XXL. Да. А ты говорил, ты не знаешь название канала. Так я сделал только. Нет, это в Фейсбуке, а в сам канал? Я недавно канал? Сделал, когда сам 100 канал подписчиков было. А-а-а. Тогда-то не было сотни, когда ты спрашивал. Когда 100 набилось, я поменял Жора XXL. А мое там имя где? Пробел. А, пробел. Блять, штатив Фантомас теперь пробел. Так, все, что, прошло минут, наверное, 15-10 после того, как таблетку сожрали. Да. Сейчас должно переть, я пока не чувствую, но это чувствуется только тогда, когда начинаешь заниматься. Да, кровь разогнал, то и попрет. Так что погнали. Воду забирай. Разбей, руки покрутили, все покрутили. Разогрелись, сейчас будем на свите. Подальше сюда. Тридцать, 25, 20 и 3 по 15. Руки до конца не надо упрямлять. 30 сильно напрягался. Так вот где-то. До ушей опустил. И вот так поднял. И хватит. Нормально, погнали. То же самое, также начинаем 30, 25, 20, 3 по 15. Ну и что с плечами? Покажи. Покажи плечи. Покажи бицухи. Жим на смите за голову закончили. Сейчас махи в стороны двумя руками. 30, 25, 23 по 15. Плечи горят уже. Сил уже нету. Я все забито. Стал, сука. Ну здоровый. Позируй. Скрейка рама, блядь.
Я. Что, сиськой подёргать или что? Давай, дёргай сиську. Гантели закончили. Сейчас вот блок каната. Блок каната. Еще, блядь. Теперь тянем канат на блоке. Вот такая тренировка. Кайф. Кайфуйте в зале. Сейчас вот последнее упражнение вот здесь. На этом тренажере. 30, 25, 20, 3, 15. Все, я заканчиваю. Вот такие плечи. Они просто убиты. Пробуй такую тренировку. И ты умрешь. На следующий день точно. Резвый не умеет танцевать. Когда, бля, пьяный был, бильярдный. Такой Майкл Джексон замутил, блядь, все прозрели на пацаны. Я вам базарю. Пьяный снимешь, как я Майкл Джексон танцую. До пьяного далеко еще тебе. Ну да, еще далеко. А лучше вообще не бухать. Конечно. Нафиг надо, лучше пощавочку. Еще бы бросить курить. Было бы зашибись. Че, ты меня так снимай, говорю, так не снимай, блядь. Жопу придет, разберется. О, ты пьяный, что ли? Все танцуем, блядь. Весь зал танцует. Что у тебя растет? Волосы вот здесь растут, а здесь ни хрена не растут. Чем надо витамину вынуть. Будут как у меня. Самый прикол в этом тренажере. Скажи, как руки взять? Это нюхать вот эту подушку. Давай. Пошел. Расскажи, как руки ставить. Я ж показывал. Вот так.
Так, да? Локти кверху. Давай, пошел. Нюхай подушку. Пошел. Ну что, все, плечи закончены. Фу. Делитесь видео, кому не сложно. Главное, подпишитесь на Facebook новую страничку Жора XXL. Я оставлю в описании. Будем там розыгрыши делать. ВКонтакте еще тоже в группе розыгрыши делаем. Так что везде подписывайтесь. Чем больше народу будет, тем больше розыгрышей будет. Все, все питайтесь правильно. Думайте, что вы едите. Качайтесь. Смотрите видосы, повторяйте. Будете с такими банками. Все, всем пока. Нормально потренили народ. Главное начать. Знаем, что вы сидите возле телевизора и впаду, все смотрите там всякие видосики, хуёсики. Вы и пойдите, первая неделя, вторая неделя, это все как бы лень. А потом пойдет как система, чик-чик-чик, каждый день, чик-чик. И это круто, растешь, блядь, чувствуешь, бодренько встаешь, подрываешься, все четко, чё. Потренили и домой сейчас пожрать и отдыхать. А не сидеть тупо в телека втыкать. Или с пивасиком лежать и бухать. Там. Ну это не про всех, а только про тех, кто ничего не делает. Тот, кто занимается вот такой. Да. Красавчик. И не курите. И не курите. Да если курите даже, все равно ходите. Какая разница, что это куреха? Не, ходить надо по любасу. Да. Ну а лучше не курить, бля. А, завязывай. Все правильно. Совсем. Фу, как хорошо. Я даже промазал, хотел за руль сесть, а сел рядом. Перепутал немножко. Я где-то свою там вообще, бля, в яме оставил. А сейчас яму достать. Ладно. Все, всем пока. Всем пока, да.